Ребята, это снова я, и сегодня я запишу видео не по городу, поэтому я выхожу в меню, и сейчас я посмотрю на какой-нибудь из серверов. Сервер я выберу любой, вот, выберу, пожалуй, танк. Что ж выбрать? Вот, РП, сервер, город выживания. Сейчас посмотрим. Можете, в принципе, мне не важно, что вы увидите мой пароль. Все равно я больше заходить на этот сервер не буду. Так, играть. 5, 2, 5, 5, 2, 2. Ой, отмена. Короче, поставлю просто пароль 6 нулей. Заходим. Сейчас посмотрим, что же это за сервер. Если что, насчет видео про мой город, оно выйдет, ну, уже, понятное дело, сегодня, но где-то через час после выхода этого видео. Так, захожу, значит, начать игру. Вот, вы можете заметить, что я ни разу не играл на этом сервере. Так, мне кто-то пишет. И сейчас я ему отвечу. Так, что тут? Ничего себе! Какой здесь красивый спавн. Ограничение видимости отключено. Но спавн мне нравится. За это плюсик. О! Какие-то подарки. Все, меня экипировало. Так, это мне понадобится. Это мне тоже понадобится. Короче, я экипирован. Так, сейчас мы посмотрим, что тут еще есть. Это у нас какой-то бизнес. Короче, город здесь большой. Здесь есть торговый центр, какие-то обменники. За 2 алмаза 35 семян. Как я понял, валюта здесь это алмазы. Да, валюта это алмазы. Как заработать их, я не знаю. Но здесь есть какое-то огромное золотое здание. Торговый центр, маленький, забегаловка. А, это отель. Цена 4000 алмазов. Ничего себе. Так, ну... А, этот сервер плоский, и город у них не такой большой. Но если... Ну, если кишлак 4 единицы... Это ты сейчас смотришь мое видео, то мне довольно нравится этот сервер. Квартиры. Ага. Тут у нас квартира. Здесь ничего нету. Но тут приват. Есть идея. Я, короче, пойду построю себе дом. Я хочу посмотреть на реакцию майора ФСБ, который здесь находится, на то, что я просто пойду и в наглую построю себе дом за пределами города. Вопрос, где тут предел города? Ничего себе, зона большая. Это все еще зона. И это все еще зона. Это до сих пор зона. Она что тут, на весь мир? Я до сих пор в зоне. Сейчас я добегу до... Ой. Я упал куда-то. Сейчас я добегу туда, где уже зоны этой нету. И построю там себе домик. Ого. Что это такое? Я куда-то добежал. Огромный столб из яблочных... досок. Тут что, конец зоны? Нет.
Ай. Короче, зона здесь, походу, то ли на весь мир, то ли она очень длинная просто. О, администратор подключился к серверу. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А если я ютубер, мне можно дом маленький? Ой, а если я ютубер, мне можно дом маленький? Ютубер. А если я ютубер? Можно? Квартиру или дом? Ну, сейчас мы проверим, дает ли он что-то ютуберам. Так, сколько там видео уже длится? 6 минут. Короче, на этом сервере на меня внимания не обращают. Так. Ну, раз нет. Итак. Моя... оценка сервера 8 из 10. В целом, да, сервер мне понравился, но не прям очень. Так, надо им написать, что увидят себя в ролике. Так, сейчас скажу им канал. Саша, нижнее подчеркивание, play. И, кстати, вы, ребят, тоже подписывайтесь. Так, на Ави котик. Все. Ну, а всем спасибо за просмотр. Сегодня мы оценили очередной сервер. Лично мне понравилось, как там все обустроено, только на меня особо внимания не обращают. А так все было прикольно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И буквально через 5 минут выйдет второе подряд видео. Оно уже будет, наверное, про мой город. Либо я буду играть в Roblox. Всем пока.